Полени, конечно, много было и пословиц, и поговорок, и о том, как к нему надо относиться. В общем-то, это везде подчеркивалось, что оленя надо беречь. Это тебе и транспорт, это тебе и одежда, это тебе пропитание. Это все. Вся жизнь в этом олене заключается. Взрослые всегда это старались одергивать. Старались напоминать, что нельзя вредить оленю, нельзя вредить животным. Ну и отсюда и отношения друг с другом точно так же. Старались всегда вот так вот решать все мирным путем. И старый оленевод, он прощается с тундрой, прощается с оленями. И говорит о том, что больше я не смогу увидеть тундру свою, оленей. Я уже стар, немощен, не видят мои глаза. И моей собаке уже не бегать за оленем и не собирать их вместе. Так он прощается. Куда тирвень, колеш чарням, куда тон, моне чалма еве вельщет, еве уйнесте еве кич, а Черемильте в Енерга муджесят. Енавана смангал ядла Черемильте чуземиль. А те мустави гевшен мате чальме евеунь. Куда тирвень, чареням, пакеням. Муне галте еве вагесть, еве ушкодь пенемун. Куда тирвень, линчик не лет чистому.